проверка комплектации вертикальной одношнековой соковыжималки третьего поколения Hurom Alpha. Соковыжималка сделана в Южной Корее, полностью адаптирована для российского рынка и имеет гарантию 10 лет. Вы можете проверить комплектацию и работу соковыжималки как в пункте выдачи, так и во время курьерской доставки. На проверку вам дается 15 минут, и для ее выполнения откройте инструкцию на четвертой странице. Комплектация. Толкатель, крышка-воронка отжимной корзины, винтовой шнек, сетка с мелкими отверстиями, сетка с крупными отверстиями, насадка-измельчитель, вращающийся обтиратель, отжимная корзина, корпус двигателя, контейнер для жмыха, крышка для контейнера, контейнер для сока, маленькая щетка для чистки, щетка для чистки, крышка для воронки, подставка для сушки. Проверка комплектации завершена. Перед включением осмотрите корпус на предмет механических повреждений. Установите отжимную корзину, как показано на видео. Подключите шнур в розетку и включите соковыжималку на несколько секунд. Напоминаем, что проверять работу аппарата с продуктами запрещено. Проверьте кнопку «Реверс», удерживая ее в течение 2-3 секунд. Соковыжималка полностью исправна и готова к работе. Поздравляем вас с удачной покупкой!